два ингредиента, одна минута готовки, и ваш организм скажет спасибо тебе за омегу и кальций. Печень трески – богатый источник омега-3, а также витаминов А и Д. Для кожи лица это сокровище. Творог я беру кремовый. Это богатый источник кальция и белка. Все тщательно перемешиваем вилочкой. По желанию можно добавить зелень, соль и перец. Такой паштет нам готовили с самого детства. Намазка получается очень нежной, сытной и полезной.